Собаки совсем не глупые животные, но они весьма часто оказываются под мчащимся поездом, случайно или от испуга. Многие наверняка поддаются панике и погибают под безжалостными колесами. Но есть и такие собаки, которые ведут себя в минуты большой опасности абсолютно правильно и разумно. Они понимают, что нужно просто вжаться в землю, прижавшись к шпалам. Совсем скоро люди собственными глазами увидели, что делал сообразительный кобель, когда чуял приближение беды. После того, как прошел поезд, спасатели не ожидали больше увидеть четвероногую пару живыми. Однако их ждал большой сюрприз. Услышав сигнал машиниста, кобель подошел к своей подруге и лег рядом с ней. Пригнув голову к земле, животные переждали поезд без потерь. Люди потеряли дар речи, когда поняли, сколько раз за прошедшие двое суток пес рисковал жизнью ради подруги. Теперь судьба наконец-то улыбнулась четвероногой паре. Спасатели отвезли их в приют, а там за собак взялись волонтеры. По сообщениям специалистов, подруга пса-храбреца потихоньку идет на поправку, а сам он по-прежнему не отходит от нее ни на шаг. Бес, иди сюда. Пошли.